Пока мы задаемся вопросом, пить или не пить, что пить, какие напитки, горячительные, пивные, водочку или винцо, бизнес делает свое дело. Вот, к примеру, дом, большой дом на улице Волгоградской, дом номер 114. И, как мы видим, в одном доме находятся три алкогольных магазина. Пивоман, Красное и Белое и Мистер Биркин. Не знаю, насколько востребовано среди жителей этой части Химаша, города Саранска, алкогольные напитки, но, судя по всему, магазины процветают. Так что бизнес с алкоголем — это все-таки у нас дело прибыльное. А поэтому, дорогие читатели, зрители, слушатели, будьте внимательны, следите за своим здоровьем, поменьше употребляйте спиртных напитков, будьте здоровы, ведите здоровый образ жизни. К этому мы вас и призываем на ютубе «Известия Мордовии».